Так Ромчик пригласил бы. Ну, я... Он зал присоединился, мог меня пригласить, мне без разницы. Так, пиздец, бля, ебал валькирии мускулы. Нихуя себе. Бицепс больше, чем твоя голова. В два раза сложенный бицепс больше, чем моя голова. И в пуч случай. Ярый. Если у нее банки. Влад, активируй сейчас этот опыт. Ага. Пиздос. Ее хотят сделать им более женственной в каком-то обновлении, типа сделать ей меньше мышц, но у нее пиздец какой-то. Есть там такое. Там, бля, вены такие мускулы. Есть, бля, рука. Какие мускулы. Если бы она была мужиком, она была бы в два раза больше, пиздец. Как у нее вообще как у нее вообще сиськи остались? У спортсменок они пропадают. А, да, скидывают. Клитрами? Где это огромное существо, это огромное. Где у нее, где клитор больше, чем мой член? Да. Потому что там тестостерон. Правда, не знаю, что там у тебя как. Но, скорее всего. Ну это... Ой. Ой. Я же миссию взял, наверное. Ой. Ой-ой. Ой-ой. Винни. Ой-ой. Ой-ой-ой. Винни. Ой, Винни. Винни. Пух. Вот я не знаю, почему мне Влада стало резко жалко. Чё? Винни, спасите, помогите. Вот эти вот Винни, Жинни, это признак какой-то. Признак повышенного интеллекта? Признак оперы, да. Опа. А как же эти свойства классицизма или лирический герой, как же без них? Классицизм идет в сексизм. Ха, да ты англичанин. А вы англичанин. А как, какой там раньше мем был? А вы из Англии, как я погляжу? Вы из Англии? Да, вы из Англии? Написано английскими буквами русское слово, там, здорово, мужик, как дела? О, да вы из Англии? Да нет, мне Никит скинул про красную шапочку, мне до сих пор нравится. Как там было? Мне вот Никит скинул про красную шапочку, она мне до сих пор нравится. Ой, нравится красная шапочка, видосик. Почему, смотрите, после игроков минута, очень высокая активность, я посмотрю. Там играют либо слишком низкие, либо слишком высокие. А мы из-за некто ниже среднего. Не, серьезно, у тебя же нулевой престиж, а у Ромочка 9, у меня 20. Я первый. А, я что, 9-ский, что ли? Ну да, и как будет 10-й, будет 10-ский. Десятичная система измерения. А как же 23-й? Стой, вот отмени, я хочу в туалет. Ага. Сильно. А, тебе повезло, что он не нашел. Кого я хочу в следующем качаться? А? Кого я хочу в следующем прокачивать? Я бы тебе посоветовал кого-нибудь со средней сложностью. В игре всего раз. Два, три, что? Нихера себе. 4-5 персонажей со средней сложностью. За завоевателя, может, поиграешь? Может быть. Он просто, типа, блокировать и бить. Нормально. А его начальную модельку изменили, я не заметил? Начальную нет. Нет. А все остальное там, броню, да. Это, тебе кто больше нравится, пока гладиатор или Арамус? Ну, Бордиом прикольный. За любовь сюда и учиться надо. Ну, у нас будет вопрос назад. Пробью блок назад, Селиндар. Я подумал, может, за Тианди поиграть? Как только он выйдет, я бы хотел за него поиграть. Я хочу из новой фракции за... Он вышел же, вот он. Через 9 дней. Чё, блядь? Мастер... В смысле, помай. Вот, я могу его... использовать, вот. Драться могу за него. У него унисексуальность и мастер у ворот. О. Может, за него поиграть? Ну, поиграй.
Не люблю узкоглазых вообще. Так, ну я хотел бы за Тианзи, Нусу. За Шаолиня мне неохота, у меня там такой, типа, не очень играть, неохота за него. Вот за Нусу и за Тианзи может быть мастер, фломастер, ну... Мастер, фломастер. Скоро добавят нового персонажа с молотком. Лучше бы он был бы рыцарем, потому что если он будет рыцарем, у него будут доспехи. А если есть доспехи, то есть классная кастомизация. А если при этом будет высокая сложность, то его можно будет мейнить. Если можно будет мейнить, то можно будет набить 60-й престиж, он будет красивый, много... Еще надо, чтобы были добивающие удары, эмоции хорошие. Давай без Ванчика, что ли? Ванчик что-то долго. Что? Он писит ванну. Я тоже так думаю. Что? Да? Что ты писишь ванну? Ну, когда мой, например. Или утром, когда, типа, чищу зубы и одновременно. Блин. А, Рам? Мудак. Рамчик, некий... Ну, чуть-чуть. Некий писит ванну, когда чистит зубы. Что? Не лень, значит, чищу зубы, сядь, хотел. Просто спихаю трусы и начинаю. Ой, это, знаете, чем меня бесит Dragon Ball? Значит, там драконьи яйца есть. У тебя есть подумка, прям Dragon Ball, ну, есть Dragon Ball, а есть Dragon Ball Z. То есть просто читать Dragon Ball. Нет, короче. Во-первых, он меня бесит, первая рисовка. Да, он там вначале, он вообще фу. Да и не вначале, вообще мне стиль не нравится. Просто это. И еще мне не нравится тем, что там главный герой, да, Гоку. Вот смотри, ему там, ну, вначале, да, ему сколько там лет? Ну, ему там 200 или 100, но он типа мальчик мелкий, да, для своей расы. Знаешь, у него такой детский голос, типа, мелкий такой, да, он пацанчик мелкий. Я там лет 7. Ну когда ему по 30, по 40, он огромный накачанный мужланг, который там может землю сломать, у него все равно до сих пор тот же самый голос. Кстати, да. Вообще отлично. Это я не знаю. Это фишка, они специально это оставили. Мне прям бесит, не понимаю, что прикол просто видит. Ну ча, пацаны, погнали бить маленький. Ту, ебал, разбил огромного гиганта. Нормально. Почему мне стало жалко всех вас? Жалость, внутриутробная жалость проснулась внутри меня. А, кстати, Ник, ты меня ещё... Ага. Чё? Чё сказал? Я? Да. Да нет, нет, ничего. Да скажи, я думал, опять будет, типа, я что-то говорю? Что? Я ничего. Да не, я понял, что это бессмысленно. Ну, давай. Бессмысленно. Раз начал, продолжай. Не, ну этот мимас где, типа, о боже мой, собака аутист. Вот. И он мне как-то. Я просто помню про картиночку, где просто, знаешь, это, он такой смотрит на собаку, он что-то такой, о, already. Normal fucking dog. И все, я просто про это вспомнил, хотел сказать, потом подумал, в чем смысл? И все. Ну меня заставили насильно это сказать. Песик, CS GO лучше for Honor. Ой, вот он снайфтал. Почему не стал жалко Никита? Что пить ванну, когда чистить зубы? Том отдачи сезон. А, Никит, ты что, школу призон за день посмотрел? Два. А? За два. Да, я думал за день. За 6 часов он просто удерёг. Нет, типа я... Я его начал смотреть вечером, а на следующий день досмотрел вот так. Лежишь такой, уже умираешь на последних сериях, потому что не спишь уже 3 часа, как 8 должен был уже спать. Лежишь, умираешь такой, о, досмотрел, наконец-то. В итоге ложишься спать, умираешь. You know what I don't done? Что так долго, пацаны, короче, ладно, все, наигрались, хватит уже, пора, что ли, на боковую, я так думаю. Че? О,
Ну все, давайте. Че? Че, пока. Что? В смысле? Че? Алло? А, он реально вышел? Чего? Чего, блин? Чего, блин? Я думал, шутку говорить. Чего за пиздец? Че произошло? Он спать захотел, захотел торчить, смотреть что-нибудь. Да, наверное, напомнил про скоп резонт, клопа. Опять сейчас ошибка будет, смотри. Только нашло игру спустя 3 минуты. Нет, ошибки нет. Печально. Ошибки нет. Ты пидор. И это весь ответ. Мистер. А? Посмотри на чувака, который третий. Его зовут. Вот что бывает. Знаешь, мой мозг воспринял информацию раньше, чем я прочитал. Мистер. И все. Ой. Нормас. Я просто на ветку сижу и задумываюсь, что будет эти прочитания какого чувака, и бывают такие моменты. Смотришь, а это мистер. Смотришь направо, а там Джугертон фу фо ат флиппухфор сой морбосви дарнтастик и армистайс 1900. Когда я вижу после ника циферки, я вспоминаю там, типа, не знаю, там, Виктор 2010 или Никита, там, 22-2005. Представляю, Никита, он сидит, играет, такой, Никита 2002. А я сразу, Витька, я вижу, что мне постоянно там будет дебильный Бенозеро 7-5, что там, такое, считает ник 5-3-3. Он считает этот ник крутым, блин. Бенос, не помню, что это значит. А я сам придумал! Блин, знаешь, Бенос Зеро был бы круто или просто Бенос? Бенос Зеро 775-3-3-5-0-10, это ник крутой. Бенос Зеро 7-6-5-3-3. Сука, тихо. Бенос Зеро 7-6-5-3. Не, тихо, не кричи, не кричи. Опа. Ух, нихуя. Знаешь, он прям вот видно, что это прям настоящие люди записывают. Знаешь, просто стоит. Че, блядь, сейчас сохраняется. Ух, нихуя. Ух, ебать. Ух ты. Я, кстати, выбрал своего нового мейна. Ну ты глупый, что ли? Че, ты че, не тебе просто надоело за одного того же чувака играть, да? Че, мейнить не любишь персонаж? Нет. Че, че? Ты же хочешь мейнить скинсей? Мой первый опыт будет кинсей, и я еще не пробовал. Ой, пюрт была. Че, нет? Разрешаю тебе драран. Уровень не шат ран. Не успел. Ты играть за персонажей, знаешь, когда ты их не знаешь, знаешь, просто бить, типа, и что делать, это можно. Скажи мне, Баткова. Так.
Что-то многовато. Нет. Я думал, он тоже придется убить. Спасибо. Спасибо. А как интересно, неверующие говорят спасибо, и мир говорят. Благодарю. Хотя благо это тоже типа благо. Вау. Никогда бы не подумал. Я бы залез к спирологинам и что-то лее. Ну ты любишь, когда заводит спирологию, да? Да, забавно. Че, не забавно здесь. Ты убили его. Не надо благодарности, автографов. Ну блин, теперь когда я слышу о Хай Марф или еще что-то коли автограф или что-то такое, вспоминаю почти самый концов. Горе творцами там просто. Представь, там киношный зал, все над фильмом смеются, чувак отсматривается, в конце вообще что-то там не плачет, даже у дропа начинает смеяться. Ну сука теперь. Че? А? Спойлер ли ты ударил или убил? А? Или ты вообще не слышал? Что? Ты слышал или нет? Че, что ты говорил? Я тебе рассказывал, когда я слышал. Я знаю, где. Охай. Ты все слышишь? Да. А? Нет. Да, блин. Отлично. Григорий снимает, что это жизнь спит. Эй, Горец, вставай. А Горец продолжает стрелять, потому что ничего не видит. Дай бы его просто расчистить, вот. Шторм, а? Мужик, который сидит с баллистом. Свет не верно пока. Нет, вот и пал. Юбиш. Че, испугался меня? Ну да. Блин. Да нет, я просто хотел зарядить волка. Наши воротам чуть-чуть больно. Не ворота. Не воротам, а врата. Слышишь? Они таран даже ускорили, а ты даже не хочешь проститься. А, ты сдох. Тогда проститься. Ха, ты сдох. Тогда простите. Defend the objective. Защитите последнее!
Я сказал, что вы мне помешаете сейчас. Как знал. Да... Стоим, стоите, у меня гоняется зарай. Не надо так делать. А, они же сломали врата? А чё нас не будет? Чё есть на точках жизни, кстати, посмотрим? Странно. Чтобы мне было слишком легко. Чё? И так очень сложно, так не процесс. Ой, всё равно. Здорово. Ты чё здесь делаешь? Восстанавливаю хелс. Нормально, ты что, остановил? Угу. Понял. Я знаю. Чё, пацаны, сегодня вам из до 4 утра? Ага. Прям сквозь перил нормально. Двигай, я тебе класс. Купил пульфик я из кожи. Он с кожи как хороший. Он подходит. Он подходит к моей роже, он из кожи, он из кожи, как и рожа, как и рожа. А ты не знаешь, откуда это? Это из Ронал Варвар, или как превратить зомби. Почему превратить зомби? Я просто когда маленький был, вот это почему-то не знал. Тихо. Кстати, есть такой локальный мем между людьми по фархонам. Death Wult или что-то того. Но я никогда в жизни не слышал эту фразу Wult. Мы захватим Рим, Death Wult. Я никогда в жизни не слышал. А, фу, блин. Ну, видишь, когда Витек так делает. Тошнит, когда он так делает. Смотри. Смотри, раньше... Он то же самое сделал с Тревором Филлипсом. В скайпе себе принимал, как Тревор Филлипс, и писал от лица, типа, Тревора Филлипса делает очень плохо. Сейчас сделал то же самое, только от лица Фредди Меркьюри. Это даже подыгрывать. Как, например? О, oh, hello, I'm Freddy! What you doing? Сейчас, мне кажется, будет пользоваться переводчиком. Тревором Филлипсом, типа, в году 2014-го. Он им не пользовался. Ваш тормак. Да, вот-вот. Это грустно. А это еще доказывает, что ему делать нечего. Там все сериалы, например, посмотрел. Пацаны, если вы посмотрите аниме, они бесконечные. Дельби в глаз, Леви, не орло. Пища в глаз, или в жопу раз. Чак, не сболисты убили! Ты бей баллистику. Не. Чё? Нет. Бей баллистику. Не. Нет. Знаешь, что сейчас будет? Ворота защищают. Сейчас бы ворота защищают. Там таран ломает. Бесишь.
делать лидя. Дай кенди. Ей, я остановил таран. Мог бы мне помочь, кстати. Ой, или я помогу дочку. Бога разбил. Нет, ты меня... Ты... Да... Они даже не хотели уклоняться. Сдох. Я бы сел полтора месяца. Да. Нет, нахуй. Ты из тебя. Сейчас бы стойки посмотреть. Фига себе, кстати, солдаток нормально таран дамут. Ну, круто, типа, каждый пуп с пол удара, а не с одного удара, совсем так же, как и там. Ага. О, боже, как... Чуть не упал. Да блин. А, 19 хит хит. Своего убил, да? Где Хиллари Клинтон? Наконец нашел по всей карте бил. Надо бы еще славу уже скинуть. Чего? Почему у нас сейчас у меня не было гиперброни? Ну так сложно. Чё, лаву быстрее скинуть? Рай-рай. Вау-вау-вау-вау, это что бы сейчас? Поборец, а. Его ненавижу, всегда кто-нибудь сбивает. Что? Все, давайте, кто-нибудь скидывает. Че? Скидывайте лаву. Сейчас пойду. Да, пускай. Лаву, давайте. Ты скинул? Да. Короче, ничего. Тьфу, блядь. Мям. Тьфу, стойте возле точки, возле таранта. Как? Куда? Кто, я тоже? Все. Окей. Да,
А, нет, как так? Надо бы скинуть Славу в лаву. Она еще не готова. Мы так можем не успеть. Самотера. Да, мы не успеем. Да, все, мы не успеем. Но не хватит. Нафига ты вообще лаву в лаву шувай? Потому что возле меня враг. Ты чуть не знаешь, что было вообще. Тихо, Ромчик, не мешай! А, я умер. Где вообще она находится? Тихо. А, вот. Эти вот. Ой, ты что здесь делаешь? Да блин, не! Опа, опа. Все, сейчас сделал удара, я делаю, вообще я. Да. Зачем руки мои? Ядно. Тебя спешат или да, быстрее, Ромчик. О, мы сейчас можем. Не, да. Да, вот. А, не. А он сейчас да, с удара сломает ворот, да? Да. А. Не круто. Нет, нет, пожалуйста, нет, это не значит. Защитите правителя! Куда он жестче ломает? Так не нечестно. Наоборот, честно. Ладно, сейчас самая плотная часть мне, кстати, нравится больше всего. Тебе тоже? Может быть. И часть, где надо убить или защищать рейтинг, просто самая плотная, все такое приятно. От нее все зависит. Еще здесь за викингов играть сразу музон на партии, где надо защищать царей. Потому что... Да, это... Я думаю, если сейчас посмотрю на жизнь, я начну пробить. Дай пить. Нифига себе тей. Эффект-раму. Блять. Последний, отличный последний слово. Смотри, кому класс пельменей ты бы отнес фигурки? Манты, бульмени и пельмени. Манты? А если не было манта, были бы только бульмени и пельмени. Бульмени, внутри него есть много сока. Это с этими... со струпом. Ну да, струпы довольно вкусные. Очень. Настоящий. Настоящий деликатес для гурмана. Ты чуть-чуть не досягнул. Ё-мо, правитель-то атакует, атакует правителя в атаке. Блин, скриншоты распускаете. Прикинь. Так. Ну иди отсюда. Нет, нет, только не дувай.
Чё ты мне вообще не сказал уйти из этой? Знаешь, что надо сделать? Блять, скриншотер, чтобы можно было пользоваться. Понятно. Надо просто его выключить из стрелочки. Да, так можно? Фига себе удобно. Сейчас проверим. Ты знал то, что в этой игре нужно прочитать рэп, чтобы написать быстрый сообщение? Ты спросишь, почему? Нужно нажать клавишу «Йо». Чё, не смешно? Не смешно! Вообще не знаю, что это клавиш. Не то, чтобы был кто-то. Воу-воу. Нет, да за что? Давайте убить, выскочить. Я не попадаю в больше. Ну я сами был, короче. Я просто не знаю. Дима, чё, почему болезнь такая чувствительная? Так, потому что так настроено. Я, короче, когда очень медленно двигаю, как удар после первого. Да блин. Надо было предупредить, что у меня кто-то есть. Ты знал? Нет. Прощай. Почти. Всё, мне кажется, мы затащим. Шо? Блин, я парирую, не парирую теперь. Вроде 20 секунд же осталось. С каких-то пор мы 20 секунд. Что прикол, что где время-то? Да не. Осталось 2 минуты 30. Управитель так до сих пор не поранен. Как он полностью слезет, он еще. Я к нему даже не приблизился. Не очень делать. Не все там. Ну дочки с арбалетом дерутся. Этот арбалет закончил. Могли бы просто попытаться убить. Не, один сразу пытается. Он что-то меня не уходит. Его бот убивает.
Опа, кто заболел? Сел. Раз, четыре. Все команды, тихо. Чу. Ладно, парничек, он куда убежал? Пошел сосать. Увидел... Пошел сосать. Стрелили защитнику, здесь реально полегче. Или просто кажется. Ой, они на правителя все. Все. Живи. Давай боты из толпы защищаем. Ой, вон они так все четверо, страшно. Ну куда они все бегут? Двое бегут сюда. Это плохо, трое бегут сюда, Влад. Защищай правительство. Давай. А, все, я буду на такие стрёмные синдромы сразу побежать. Неадекват сказать, что зависть, да? У меня чагана. I did not hit here. Что еще? Ну я че не хочешь играть. Голосование. Хочу здесь. Бегайся, сумрает. Ты знаешь, чего я не делал? Я не пил ее. Я не. Чё? Чё? Это типа китайская? Китаюсь. А за по территории что не добавили китайскую? У меня это новые мейн. Это серьезно, что ли? У тебя уже 4 нахуй мейн за один час. Минут 30 секунд. Каждые 20 секунд новый мейн. Ну кто добавит чувака с молотом, я буду его. Редизайнерский шлем перед запуском рыцаря страха. Вот, тебе видно глазки, фу, глазастые. Правда, я это понял только по нижней части, потому что у меня глаза цензурит дубины. И пай. Смеешься? Донтарсик. Ой, тупой. Ой, у нас кстати, мистер пиздюк до сих пор в команде. Хорошо. Он, кстати, точно на первом месте будет. Мне так кажется. Кто у них есть? Калли Уайт, Фалка. Что ты пропустишь, чувачок? Смотри. А? О, бля. Шизик. А что это боитесь, который первый лучший? Нормально, будем сейчас трахаться. Иди. Кто? Сказал просто вас прям. Не тихо. Лужите меня. Ганда. Как? Ну.
Так, можем мы произносить га. Ой, пусть успел. Угу, сперма. Сейчас снежку так. Слава тебе, ворота. Че все такое белое? Че ветер спалил, но снег. Виндерхолд. Там что, пальмы снег? Понимать посмотрим. Вы благодарен. Таран не идет. Нитка! Ай! Отличная реакция. Умер уже, погреб в землю, тебя погрузит. Ай. Да, блять. Да, чё? Бля. Ай, меня убил первый уровень. Она убила еще одного. Она походу на самом деле мейн. Кабол. Да ты, блин, что здесь делаешь? Дети. Боже, серьезно. Ты еще бежишь? А, без нас. И ты тоже без нас. О, нет. А, нет. Что вы творите со мной? Нет. Пупсы меня бьют. Влад, ты спас меня. Ты мне теперь не друг никогда. Выходи скорее. Я ждал, пока ты меня возвратишь, сука, ты упал. Ты, бля, умирал. Ты Тарама защитишь, что на месте что-то стоит. Я тебя, сука, ждал. Иди твою сторону, ты установи. А ты, сука, нет, нихуя. Ну ты, сука. Ну ты, сука. Ну, сука. Я же did not hit here. I did not. Мне уже. Нет, он. Как в фильме. Изверяем себе, как в фильме, то мне уже. Но хотя сейчас у него все нормально, он деньги себе в фильме. Убей меня. Я тебе даже упрощу задачу. Сделаю вот так. Все, убей меня. Нифига себе у тебя скорость.
Бритспой. How about you? Ой, самое время лоу. Так он уже за это. Что? А, да. А, да. Да, сейчас все плохо. Ну да, просто случайно в меня попал, потому что я так слишком в зоне играл. Ну тупо иди. Ненавижу детей, пиздец. Они мешают мне, блядь, своей жизни. И про детей в действии то же самое. Вообще нет. Форминг в глаза говорит, ты видел. А? Ой, ты про этих говорил, я про я не понял. Блин, один удар остался. Ой, дед натхи, ебки. Новый левел, чё? Не страшно. Короче, ускорили, парни. Отпускай! Изи. Давайте еще. Супер скорость тарана. Их вдохновляет, когда видите, что мы живы. Бояться, почему ждется. Поэтому быстрее ускорим таран. Да. Ломает. А, это раньше жизни с ним вообще. Давайте я спасу вам. А, это ты, ё-моё, ну ты враг уж не убил. Давай. Ау. Пора ложиться спать. Пират Карибского ебанета. Сука тупой. Пират под желудочным море. Железа. Чей проедет? Ну-ка, давайте-ка постреляем. Полетели. Эй! Угол арбалетку то был, ты меня спас, спасибо. О, нихера. Чё, чё творит? А, ты бегаешь по перилам, какая-то. Арбалет. Привет. Да. Чё, тупой, что ли, а? Thank you.
одно и то же. Скорость восстановления over 90,000. I'm over, it's over. What is power? What's the power level? It's over 9,000. Ай, как больно. Пойдем с такие точки, можно схватить какие-нибудь? А? Как понять, какие точки, можно схватить? Которые противоположные цвета тем можно. Ах, по порядку захват. Ну, каждый правда. А, все, спасти. Идем. Тебя не пугал. Все, пока. Хорошо, справление овернайте. Смотри, я сейчас убью нашего, смотри. Сейк могу. Я теряю тебя из-за материю. А? В каком месте этой карты находится ячейка? Вроде вот здесь. Не, не здесь, почему? Мы все точки заходим? Можно так сказать. Отлично, без жизни сейчас будет.